Привет, Страж! Рад видеть снова тебя на канале Triple Vibe. В этом небольшом видео я покажу тебе местоположение всех мертвых призраков. Они нужны для получения очков триумфа и сбора страниц с лором игры из книги «Пропавшие на Луне». В видео будут показаны все 9 призраков, доступных на данный момент. Однако есть 10-й, который пока не найден. Как только о нем станет известно, мы напишем об этом в группе, и я добавлю его в описании к этому видео. Чтобы найти призрака, вам сначала нужно взять соответствующее ему поручение у Эрис Морн, которое получается за ресурс по следам пропавшего призрака. Получить этот ресурс можно, выполняя патрульные миссии и открывая сундуки на Луне. Ну а теперь показываю, что и где. Чтобы быстрее сориентироваться, в описании оставлю ссылки с тайм-кодом по названию каждого призрака. Удачи, коллекционеры, и не забудьте поставить лайк, если помог найти призрака. Я буду продолжать вещание. Быть может, кто-то из Ордена Праксиса сможет воспользоваться этими данными. Ее убивает именно песня. Это продолжается уже примерно 2,5 минуты. Я стер ее из этой записи на тот случай, если ее сила сохраняется и при передаче. Если меня кто-нибудь слышит, не верьте Толанду. Больше времени. Значит, дело за нами. Первая колонна ко мне. Рота! Я Гунвар Рассветный. Вызываю тебя на бой. Подойди, открыватель вакансий. Thank you.
как спрятать тебя. Спрятать твой свет. Это единственный способ. Не заставляй меня делать это. Просто пообещай мне. Призрак, пожалуйста. Что не будешь оглядываться. Вооружение. Ты знаешь, что делать. Thank you.
Я воскрешала ее. Но на 44-й гниль Омнигул облепила ее кости. И я была бессильна ей помочь. Теперь же мой свет угасает. Но пока есть шанс оживить ее, я ее не оставлю. Не оставлю. Последнее сообщение Гуррена призрака Толланда, прозванного вами раздробленным. Он идет внимать песни смерти. Его не остановить. Вы не сможете ему помешать. Только не в этот раз. Толланд услышит мелодию певца смерти. Он изменит смысл слова смерть. Вырвется из колеса сансары странника. Он исследует самую суть сил, которых вы в своей слепоте так страшитесь. Единственное, о чем я сожалею, это то, что я не увижу миг его торжества.
такое может быть? Гоул мертв! Ты мертв! Сражен молодым волком! Что это? Магия Улья? Туда, берем то, что нужно Адоне, и возвращаемся. Все ясно? Эй, ты меня слышишь? Эр, Ур, Зол, Юл, Эр, Ур, Зол, Юл. Что ты делаешь? Что? Эр, Ур, Зол, Юл. Рада, что ты в порядке.
Я не могу его вернуть. Их было слишком много. Они были повсюду. Они поглотили его свет. Я должен найти других. Должен рассказать им.